Здорово, народ! Четвертый этап Синтек Винтер Дрифт Баттл у нас вот-вот начнется квалификация и, естественно, трансляция квалификации. Так что переходите по ссылке в 12.00 по Красноярску, в 8 утра по Москве. Кавабата сейчас, наверное, смотрит трансляцию и думает, как он это делает. Бэквард, пожалуйста, Аркадий Петрович. А вот, пожалуйста, заезжай, заезжай. Да ладно! Какая красотища! Получается, что умеет! Получается, что умеет! На японском, на японском орет. Что мы это делали? Я орал только что на японском. Я просто не силен в японском языке. Ох, круто! Дорогие друзья, прошел квалификацию на 14 место. На прогреве порвался тормозной шланг, ехал без тормозов, в сейф, как бы просто проехал на результат, чтобы поехать завтра в парный. Сейчас починим и поедем дальше. Но это Жигули, ничего с ним не сделать. Супер Лигера, вот этот вот, который приплюснутый, двойной, вот этот вот, короче, прикольненький. Так, Володя, давай, ты уже сделал хорошую попытку, настало время делать попытку отличную. Рейсворк в этом сезоне перешел на А-образный рычаг, Михаил. И вот плоды перехода на А-образный рычаг в том числе. Ух, какой прыжок мощный. Но BMX-ерам не привыкать прыгать там. Такой типичный Красноярск. Едешь тут, гонки везут на гонке. Нормально.